В связи с ремонтом роддома медико-санитарной части номер 135 около полутора лет будущим мамочкам из Десногорска приходилось ездить в больницы Рославля и Смоленска. С вопросом, когда же этому наступит конец, мы обратились к начальнику медико-санитарной части номер 135 Федору Николаевичу Борозенцу. На сегодняшний день ремонт закончен, отделение помыто. Дополнительно мы еще вложили в него финансовые средства, которые были направлены на медицинскую мебель, на мягкий инвентарь, на пеленки и так далее и тому подобное. Вот. Сегодня родильное отделение наше роддом находится в состоянии режима ожидания. В общем-то, взяты смывы, ждем санэпидзаключения. И как только это будет получено, мы пройдем это, так сказать, рань качества, мы готовы принять наших будущих мам, всех желающих, так сказать, рожать в нашем отделении, не только жителей нашего города, но и прилежащих районов. Светло и уютно стало в роддоме после ремонта. Новая красивая мебель, современное оборудование. Предназначен для охлаждения воздуха, присутствие людей. Определенное время работы, выключающего чайника. Тепло и радушно встретили гостей персонал роддома во главе с заведующей Еленой Николаевной Швецовой. Наши женщины наконец-то дождались этого радостного события. Со своей стороны мы хотим женщинам пообещать, что в нашем роддоме мы приложим все усилия, чтобы им было комфортно, чтобы им оказывалась помощь в полном объеме. Мы будем стараться на те средства, которые мы заработаем по родовым сертификатам, закупать современное оборудование, дальше совершенствовать. Покупать современные лекарственные препараты. Персонал, который работает сейчас у нас, он высококвалифицированный. Это и акушерки, и врачи, которые работают уже по 20-30 лет. И нам очень жалко, что мало еще молодых специалистов, тех же акушерок и врачей, приходит к нам. Сейчас, конечно, наблюдается определенный дефицит медицинского персонала. Но все же я считаю, что наша работа – это самая святая работа, которая приносит радость людям. После проведенной обработки были взяты уже все смывы, и к 24 января, когда результаты будут готовы, мы с радостью распахнем двери для наших женщин. Коллектив родильного отделения сформирован давно. Эти люди уже много лет принимают маленьких десногорцев и выпистывали не одно поколение. Но, как и везде, существуют проблемы. А это в первую очередь нехватка квалифицированного младшего персонала, которому здесь предъявляют строгие требования. У нас высокий контроль этой санобработки, поэтому тщательная обработка требуется от младшего персонала. И не каждый способный на это и ответственно к этому подходит. Поэтому отбор младшего персонала у нас тоже тщательный. Мы не можем взять любого, кого. Тем более проводится жесткий инструктаж. Они четко должны знать схемы обработки, разведения, концентрацию растворов и четко это соблюдать. С гордостью работники роддома показали свои вновь отремонтированные владения. Чистые палаты, свежевыкрашенные родильные залы ждут своих первых гостей. А в отделении патологии беременности пациентки очень довольны, что наш роддом скоро начнет действовать. Мы так этого ждали, так надеялись, так долгожданно такое событие в нашем городе. Конечно, все очень рады и все ждали. С 17 января руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Ивушка» нашего города Татьяне Михайловне Дариной был вручен сертификат доверия работодателю. На торжественную церемонию поздравить коллектив с таким знаменательным событием пришли представители отдела социальной защиты Десногорска и руководитель Государственной инспекции труда по Смоленской области Петр Владимирович Шейко. Я вас поздравляю. Yeah.
Беседа коллектива и представителя инспекции труда была теплой и дружеской. Сотрудники сада смогли задать интересующие их вопросы. Есть такой перечень профессий, которые идут на вызов лет. Раньше это принималось Минтрудом России, в общем, и такая профессия, как инструктора по физкультуре, перечень не вошли на вызов лет, хотя мы работаем с детьми. А там есть руководители физического воспитания. Можно ли? Куда мы только не обращались, кому мы только не обращались по этому вопросу. Мы работаем с детьми. Все логопеды, музыкальные работники, перечень входят в этих профессий. Но наша профессия почему-то нет, как будто мы работаем не с детьми. Это касается не только вашей профессии. Таких профессий масса. А некоторых профессий, которые есть с 72-го года, их уже и нет, хотя перечень этот существует. На сегодняшний день, я вам рассказываю позицию Верховного суда, рассматривалось несколько дел по заявлениям граждан, профсоюзов и так далее. Этот перечень действует. С 1 января вот этого года, 2014 года, вступил новый федеральный закон. Я вам назову его 449-й. Может быть, послушайте минутку. Там отдается все на откуп. Не раньше сейчас была аттестация, да, по результатам аттестации, а там оценка условий труда. Это назовем его вам, не надо эти подробности, но смысл такой, что это та же аттестация. Вот если по этой оценке труда ваша профессия будет подпадать под категорию класса вредности 3 и 4, но по 4 однозначно не будут. По 4 это в МЧС, там, пожарники, то есть те люди, которые рискуют каждый день, выходя на работу, разминируют, вот они, да, и так далее. Это 4 класс. По 3 я не знаю. Вот если под 3 класс она подпадет, то тогда вы будете иметь право уйти на пенсию. Это не первое дошкольное учреждение у нас в городе, которое имеет сертификат доверия. Это 5-й детский садик в нашем городе, который удостоен этой чести. Но я хочу вам сказать, что уже на сегодняшний день еще несколько организаций подали заявки на присуждение сертификата доверия. И одна заявка опять от детского садика. И как вы уже слышали, наверное, что инспекторы госинспекции труда отмечают, что у нас лучшие детские сады в нашей области. Шестнадцатого января в историко-краеведческом музее нашего города состоялись два мероприятия. Это открытие выставки творческих работ «Рождественский сундучок» и премьера спектакля «Как цыпленок искал маму», подготовленные детьми, посещающими воскресную школу «Зернышко» при храме Стефана Великопермского. Сегодня мы открываем выставку творческих работ детских воскресной школы «Зернышко» при храме Стефана Великопермского. Изобразительное искусство всегда играло большую роль в воспитании, в развитии личности ребенка. Оно воспитывает способность, умение отражать окружающий мир и передавать его либо графическим, либо пластическим методами. Посмотреть рождественское сказочное представление пришли много зрителей. Это родители участников и дети-воспитанники социально-реабилитационного центра «Солнышко». Маленькие актеры вложили в спектакль все свое желание творить и мастерство, а исполненные ребятами рождественские песни понравились всем зрителям без исключения. Так здорово, так выразительно, интересно преподнесли сегодня нам историю рождения Христа, что и взрослым, и детям действительно, вы доставили минуты радости, и праздник в душе вошел каждому. Работы ребят, представленные на выставке «Рождественский сундучок», хочется отметить отдельно. Столько цветов и красок душевной теплоты в рисунках детей. А сделанные своими руками миниатюрные куколки в русских народных костюмах привели всех в изумление. В завершение мероприятия работники музея в знак благодарности вручили маленьким актерам и мастерам сладкие сувениры.